Возведение каркаса детского сада завершили в поселке Новоивановское. Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест планируется достроить в августе текущего года и открыть к 1 сентября. Подрядная организация соблюдает график. Строители продолжают устройство внутренних перегородок, внешних ограждающих конструкций и парапетов кровли, а также монтируют инженерные сети. Детский сад рассчитан на 13 групп в возрасте от 1 до 7 лет. Площадь здания более 4000 квадратных метров.